куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Я не знаю, что это за игра, Глоб. Надеюсь, ты не собираешься устраивать неприятности. Будь тебе помочь. Ну что там? Удалось тебе выследить Вендила? Выкладывай. Значит, все кончено, наконец. А что с редоранскими стражниками, которых я отправил помогать тебе? Проклятье! Я надеялся защитить наших людей, отправив их туда. Не думал, что будут потери. Подумать только, что Вендил мог пасть так низко и нанять этих мясников. Хорошо, что он убит. Чудесно. Просто чудесно. Советник Марвейн будет рад услышать об этом. Следуй за мной. Я отведу тебя к советнику, можешь поговорить с ним лично. Можно, советник Марвейн? У меня чудесные новости. Адрил, я так давно не видел улыбки на твоем лице. Кое-кому удалось единолично разобраться с опасностью, которая грозила твоей жизни. Вендил Телису и Мири Северин оказались не теми, за кого себя выдавали. Боюсь, они прибыли сюда, чтобы отомстить за смерть Велура Улена. Вендил? Но он же так много сделал для Вороньей Скалы. Как такое могло случиться? Они специально хотели втереться к нам в доверие, советник. Они обманули нас всех. Надо было быть мне бдительнее. Прости. Не говори так. Это не твоя вина, старый друг. А ты... Шаг вперед. То, что тебе удалось сделать для меня, для всей Вороньей Скалы, это куда больше, чем можно было ожидать от приезжего. Прими мою глубочайшую благодарность. Далее. Я уверен, что Адрил уже приготовил для тебя соответствующее твоим заслугам вознаграждение. Но мне кажется, что горстки монет явно недостаточно. Я решил предложить тебе нечто более существенное. Поскольку семейство Северин, или кто они там были, оказались преступниками, собственность у них теперь изъята. Как советник, я жалую тебе поместье Северин и все, что к нему прилагается. Ты по праву получаешь гражданство, и я надеюсь, что ты останешься с нами как член нашей общины. Даже не знаю, как тебя благодарить за возобновление работы эбонитовых шахт. Это просто луч света во тьме, друг мой. Тебе удалось сделать то, что не удалось мне. Устранить угрозу жизни советника Марвейна. Я этого не забуду. Я рад, что ошибался насчет тебя, Серджо. Благодаря твоему открытию шахты вновь работают, и добыча эбонита возобновилась. Я бесконечно благодарен тебе, друг мой. Раз порождение пепла нам больше не угрожает, я наконец могу позволить своим людям отдохнуть. Отлично. Моден велет. Капитан редоранской стражи, к твоим услугам. Пепельные ботаты? Нет. Я лучше сыра съем. А, это костяная броня. Правда впечатляет? Она сделана из настоящей кости. Ее усиливают смолами и затем придают ей нужную форму. На вид материал кажется хрупким, но бьюсь об заклад, он защитит от удара лучше, чем железо или сталь. Спасибо тебе за помощь. Теперь у моих ребят совсем другое настроение. Из камня крови не выдержишь, Макрон.
не знаю, кто прислал тебя, но теперь у нас появился прочный фундамент. Надеюсь, мы сможем отплатить тебе за твою доброту. Никогда в жизни. Я лучше попытаюсь вплавь добраться до Виндхельма. Осторожнее с этими нетчами. Тручными, но могут сильно поранить тебя, если решат, что ты им угрожаешь. Не знаю, что там в шахтах случилось, но Крестси снова улыбается. Я никогда не видела его таким счастливым. Серджо, смотри, моя жизнь изменилась. И все благодаря тебе. Разве не все жалеют тех, кто потерял надежду? Посмотри на меня. Я не лучше нищенки. Раньше я была шахтером, и хорошим шахтером. За месяц в шахте я зарабатывала больше, чем некоторые люди за всю жизнь. А когда шахта истощилась, я пропала. Ничего другого я делать не умею, так что все время провожу в пьяном нетче, пропиваю свои денежки. По крайней мере, раньше так было. Этот мерзавец Гелдис меня туда больше не пускает. Говорит, я клиентов распугиваю. Если я хочу потратить последние деньги на выпивку, это мое дело. А ему какая забота? Ну, конечно, грустно тебе. Всем всегда грустно. Пока что. Все тихо. А скуму он мне будет давать? Я могла бы, если будут давать скуму. Извини, Адри. Возвращайся, когда будет. Затишье чаще всего бывает перед бурей. Нищета. Добро пожаловать в клуб «Пьяный неч». Лучшей суджаммы тебе нигде не найти. Если ты при деньгах, поговори с Ралисом. Найдешь его на кургане Колбьорн. Говорят, он хочет организовать там раскопки. Редоранская стража обнаружила в горах стаю вервольфов. Охотники на утесе Морозной Луны могут знать больше. В последнее время ничего особенного не слышал. Но ты заходи еще. Может, что узнаю. Знаешь, это была еще та история, я тебе скажу. Несколько лет назад иду я под оком и вижу... Стоит себе Данмер, шатается, а в руке бутылка суджаммы. Ну, я, в общем, не удивился. Он был из моих завсегдатаев и большой любитель выпить. Ну да, только этот Данмер был в чем мать родила и горланил песни, причем страшно фальшивил. И вот стою я себе, любуюсь на это чудо, и тут через бастион подплывает к нему Нетч. Данмер смотрит на Нетча... И вдруг запускает в него бутылкой со словами «На, мужик, выпей!» Ну, бутылка разбилась, а нетче. И, судя по всему, он проглотил выпивку, потому что дальше поплыл как-то кособоко. Потом остановился и задрожал. И тут из его пасти изверглась такая мерзопакостная жидкость. В жизни большей гадости не нюхал. Я пьяных повидал немало, и я тебе точно скажу. Нетча стошнило. Истинная правда, дружище. Истинная правда. У тебя не все дома. Нелод сумасшедший. Я слышал, что он с грязевыми крабами разговаривает. Этот кто-то должен быть в отчаянном положении. Можешь спросить моего помощника Дроваса. В последнее время он здорово нуждается в деньгах. Спокойной дороги. Добро пожаловать в клуб «Пьяный неч», господин. Если что-то нужно, мастер Гелдис с радостью поможет. Уехать из Вороньей скалы? Серьезно? И работать на полоумного волшебника Телванни? Договорились. Только вещи соберу. Хотя, пожалуй, не стоит. Куплю себе новые. Я никогда не упускаю таких возможностей. Прости, что я бегу, просто очень тороплюсь на новую работу.
дороги! Мы тут ни с кем не общаемся. На севере есть деревня Скаула. Мы пришли на юг, чтобы испытать себя в схватке с могучим Нетчем. Хочешь присоединиться к нам? Рады встрече. Сразимся или умрем достойно. Да! А ты еще... Тут и мой конец. Зверь был силен. Но мы были сильнее. Об этом дне еще сложат. Наша победа принесет мясо и кости нашему народу и славу нашим семьям. А ты еще откуда? Было бы кстати на какое-то время сбежать от солнца. Зачем ты это делаешь? Проклятие. Ну и что мне теперь делать? Кто сказал? Гелди, что ли? Я сказал этому идиоту, чтобы не слал ко мне всяких... Можно тебе все рассказать, наверное. Вид у тебя достаточно честный. Меня зовут Ралис. Ралис Сидарис. Из Морнхолда. Меня на материке ждет один денежный мешок. Направил меня сюда, чтобы я добыл кое-какие редкие вещицы. Реликвии Азидала. Но позволь отметить, все это дело мгновенно обернулось сплошной катастрофой. Ну, когда приходишь на северные пепельные земли, не ждешь, что будет легко. Но тут случилось нечто, к чему я был совершенно не готов. Когда я только прибыл на место, где должен был быть Колбьерн, то даже его не увидел. Занесло пеплом, как и все тут, на этом острове. Чтобы добраться до кургана, пришлось выкопать яму в свой рост. И неизвестно, сколько придется работать, чтобы показался вход.
Да и вообще, я не спец по земляным работам. Даже если бы так, пепельные бури все равно засыпают быстрее, чем откапываешь. Думаешь, у меня есть такая уйма денег? Мне заплатят только по доставке. Я не могу лишнюю 1000 септимов выложить. Чтобы заработать деньги, нужно вкладывать деньги. На другом конце их уйма, но мне не на что до них добраться. Что? Ты это серьезно? Я думаю, так все получится. Подробности нашего соглашения мы утрясем позже. Пока что договоримся, что я занимаюсь раскопками, а на тебе финансы. Золото у тебя? Этого хватает. Ну что же, похоже, мне пора заняться делом. Я вернусь в Воронью скалу и найму несколько землекопов. Когда будет на что посмотреть, я пошлю тебе весточку. С тобой приятно иметь дело. Скоро увидимся. Меня всегда учили избегать таких развалин. Кажется, теперь я понимаю, почему. Откуда? Будешь знать. Обещал бить морского волка.
девчонку встретил я в порту. Не гожусь для их драки. Полюбил девчонку ту. Ее красоткой я назвал. Она сказала, ты нахал. Она сказала, у него твои глаза, лживая потаскуха. А ты еще откуда? Пора умирать! Кто там? От всяких дел. Буду жить на материке. Удивилась, когда выяснилось, что в сапоге у меня припрятан нож.
ты в там? От бессонницы. Бочка эля, бочка меда, и ни почем на море не богов. Даже не Воронья скала тебя без тебя совсем пропала бы. Не знаю, как участка. Тебя благодарить. Это просто луч Правда? Света во тьме, друг. Ты не можешь себе представить, что это значит для меня, для моей семьи. Да благословят тебя истребования. Ну, я даже не знаю, что бы я без тебя делала. Прими это в знак моей благодарности. Доброй дороги. Направо. Восток. Советую обойти стороной. Не нравится мне. Не знаю, кто прислал тебя, но теперь у нас появился... Батюшки мои. Трудно, наверное, было выслеживать этих тварей. Вот, возьми это. Поможет тебе в твоих путешествиях.
Ты уже здесь? Так быстро? Этот самый Дровос? Надеюсь, он справится. Правда, чай из собачьего корня он делает кошмарный. Возможно, следовало бы тебя поблагодарить. Вот, возьми это за труды. Да, и можешь воспользоваться зачарователем посохов, если хочешь. Будь прокляты эти сердечные камни! Чай из собачьего корня он готовит отвратительно. Но хозяйство, похоже, держит в порядке. А, ты на комплимент напрашиваешься, на благодарность. Не трать время зря. Такие вещи удел слабых и глупых. Великолепно! Я его возьму. Вот, возьми несколько септимов. Думаю, я сумею откопать для тебя парочку. У меня трудности с экспериментами с сердечными камнями. Тебе доводилось слышать о вересковых сердцах? Это свирепые воины племен изгоев. Они извлекают из груди собственные сердца и заменяют их большими семенами вереска. Таким образом, их жизнь связывается напрямую с силами природы. Я попрошу тебя обследовать одного из них. Постарайся узнать как можно больше. Я наложу на тебя специальное заклятие отслеживания памяти. Так что записей можешь не делать. К тому же я вообще сомневаюсь, что ты разберешься, что важно, а что нет. Ну, я надеюсь сделать нечто схожее. Если мне удастся соединить живое существо с силами Красной Горы, будет просто отлично. Я уже проводил эксперименты в этой области, но мои подопытные, к сожалению, оказывались слишком хрупкими. Вот я и хотел узнать что-нибудь о методах и технологии вересковых сердец. Я бы и сам туда сходил. Но ведь такие люди, как ты, просто обожают долгие путешествия и неоправданные риски. Изгои живут в холмах западной части Скайрима. А уж там разберешься. Полагаю, их не так уж трудно найти, если ты понимаешь, о чем я. Поставим на этом точку.